Ну что, приехали мы на разведку нового места, плотина. Вот. И здесь как бы она маленько крутит. Сейчас вот здесь вот будем пробовать ловить. Здесь у нас небольшая сетка. Вдвоем с Диманом. Вот. Также будем ловить на фидора. У нас навалено все. Уже он раскладывается. Ну и мы сейчас будем потихоньку. Ладно, все раскладываем, все начинаем ловить. У нас утро, часов 5 утра. Упал, как у меня, наверное, ну, да? Да. Прям попробуй сдернуть. Да? Сдернул ее натяжку. Если получится, конечно, я не знаю. Причем? Оторвал. Оторвал? Вот. Я тоже думал, уже кормушку теряю. Попробую вытащить, как бы нахрен поводок не оставить. Дело Ершилова. Я думал, что это стрелка. А я сейчас на точку быстро встану. Есть. Какая-то рыба. Твои мечты. Так вот, ее бы, еще бы вытащить этой мечты. Поводку капец, наверное, нет? Я, походу, тоже кормушку оставил. Ты куда? Все, кормушки нет. Еще бы оторвать бы ее.
Рыба небольшая. Рыба небольшая клюнула и завела туда ее.
красавица. Куль так и на точку встает. Кабанчики такие. Охренеть, вот он глотает. Сидит что ли опять? Дернет пару раз и все. И сидит. Да. Окунь. Угу. Что-то есть, ребята, хорошие при том. Ни хрена себе. Либо окунь так сопротивляется. Либо действительно что-то хорошее. Что это такое? Ух ты, судак, ребят. Ух ты. А, щука, ребят. Ах ты, не обрезал. Есть, есть, есть. Ух ты. Вот теперь срезала. Красота. Да. Бонус. Хорошая. Кило два, наверное. Нажралась прям хорошо. Что-то сожрала такого нормального. Но это мы возьмем. Щучку. Попалась зачетно.
Что это такое у нас? Вот она. Дербанит. Уклея. Прикормки сейчас докидаю и все. Угу, друзья, что-то есть хорошее. Или мне кажется. Или окунь взял опять. А, окунь опять. Такой вот хороший. Такие вот окушки, ребят. Ну что, друзья, в итоге отловился я. Отловился неплохо. Бель у меня ни хрена добром и не клевала. В основном клевала мелочевка, густера. Диман уехал, он посидел. Говорит, неудобное место. Не понравилось ему. Мне тоже как бы не понравилось. Но я приноровился немного там к струе. Кормушку оставил. Поводков, наверное, 5, наверное, я зафигачил, тоже оставил. Но в итоге как вот все-таки приноровился, как я уже сказал. Вот. В итоге клевала, я же как говорю, мелочевка. Это вот верхоплавка, вот эта вот плотва, я ее и не брал. В итоге вот окунь начал брать хороший. Я выбирал окуня. Окунь я взял. И попался бонусом щука. Попалась, вернее, бонусом щука. Не знаю на вскидку сколько, но я думаю, килограмма 2, наверное, может 1,5. Вот. Взяла все как положено. В рот за ус завело. Хорошо у меня стоял поводок флюорокарбоновый 18. Вот. Я думал, все срежет. Но в итоге там, может, на видео увидите, я его вытащил. Вначале я не понял, что думал зацеп уже потом. Хищник в итоге на фидер ловился. В общем, как-то так, ребят. Все, в принципе. Я там сейчас вставочку сделаю, там улов весь покажу в видео, увидите в конце. Ладно, все, всем пока. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки. Ну и на инстаграм не забываем, там просматривайте фотографии, иногда выкладываю. Если что-то попадается, там ловлю, я в первую очередь там выкладываю. Ну а потом, конечно, на канале. Ладно, все, всем пока, не забываем подписываться. Все, пока.